После того, как мы рассмотрели разные типы пралюдей, посмотрели немножко на происхождение человека разумного на протяжении последних, ну, миллиона лет, если говорить о всех пралюдях, мы перейдем к тому, что характеризует в целом самые ранние периоды развития человека разумного, но, может быть, и части этих пралюдей, как неандертальцы. Что характеризует это, в отличие от нас с вами, от человека разумного в современном мире. Об этом мы будем говорить на всех последующих лекциях. А сегодня нужно вот как-то отметить эту границу. В чем же отличие самого раннего периода от того, что наступает потом? Ну, первое, исторически, что было сделано, это была попытка в основном науки 19-го, в какой-то степени раннего 20 века, попытка понять этих первобытных людей в общем виде, как их понимали тогда, людей каменного века, если в других терминах об этом говорить, понять их как носителей особого древнего мировоззрения, которое постепенно уходит. Ну, условный термин, который тогда употреблялся, сейчас он уже не модный, но иногда может всплыть, особенно в популярной литературе. Это анимизм. Анима, от латинской анима – душа. Анимизм – это одушевление природы, отдельных элементов природы, например, камней. Предполагается, что они все на самом деле существа, живые, даже в каком-то смысле более живые, чем мы, существа. И вся природа вокруг нас полна этих духов, древний человек как бы живет этими духами. Знаете, в каком-то смысле эта идея не так далека от того, что потом открывали, и в каком-то смысле наличие вот этого особого отношения к природе, к каким-то элементам природы, это остается фактом. Я вам приведу пример из области, которой в данное время как раз я сам с целой группы своих сотрудников, коллег занимаюсь, преимущественно в Московском институте истории мировой культуры, в МГУ. Мы там занимаемся проблемой священных камней в древних культурах. Вы знаете, очень интересно, оказывается, что то, что до нас, до нашей культуры, доходит в виде каменных статуй, ну, скажем, мраморные статуи, изображающие иногда героев, ну, древнегреческих богов. Вот это все-таки остатки вот каких-то очень древних суеверий. В этих суевериях настоящие священные существа – это природные камни. И поклоняются сперва природным камням. Даже когда научились потом делать искусственные каменные статуи, для того, чтобы каменные статуи придать настоящий вес священного существа, ее нужно пронести между двумя натуральными естественными камнями. В камнях есть какая-то вот скрытая сила, то, что когда-то называли анимизмом, и эта сила передается искусственному камню. Ну, это я вам просто приведу пример из самых последних археологических открытий на Ближнем Востоке. Это гораздо более поздняя культура. Но, значит, нечто похожее на анимизм было уже начиная с глубокой древности. Ну, из последующих идей, которые характеризуют самое начало XX века, я особо выделил
теорию выдающегося французского этнолога Леви Брюля. Через дефис пишется Леви Брюль. Его книга «Первобытное мышление» в 20-х годах была переведена и издана по-русски в СССР, оказала большое влияние на нашу тогдашнюю русскую советскую науку. И вообще книга очень полезная, интересная, там собран огромный материал. У Леви Брюля особое положение в науке антропологии. Он не был полевым антропологом, то есть он сам почти не имел опыта изучения этих древних архаических культур, но зато очень внимательно изучил все, что было открыто и напечатано на европейских языках вокруг этого. Результат обобщения получился неожиданный и очень интересный. Он предположил, что, может быть, древняя культура отличалась от нашей культуры одним общим признаком. Это была культура, которая в основном считалась священными не целые большие куски природы, не целые какие-то большие части всего, что нас окружает в обычном естественном мире, а какие-то специальные отдельные части предметов, отдельные части человеческого тела или тела животных. Опять-таки, латинский термин «партиципация», «партиципация», от латинского «парс», родительный падеж «партис», ну, откуда английское «пат» и всякие другие производные, «часть». Значит, поклонение одной части чего-то. Ну, например, можно говорить о поклонении священной руке. Я сам когда-то много занимался, собрал много разных иллюстративных материалов из разных культур. Рука – это одна из очень важных составляющих черт материальной культуры человека. Вообще вся наша человеческая деятельность в большой степени до сих пор связана с рукой, даже конкретно обычно с правой рукой, если это правша. Большинство из нас правши, но даже у части левшей правая рука остается главной. Так вот, культура – это, прежде всего, материальная культура, основанная на правой руке, на том, что рука умеет делать, ну, в соединении с мозгом, конечно, но рука все-таки основной инструмент, главное естественное орудие, которое у нас есть с самого начала человеческой культуры, и начинается это, по-видимому, еще у пралюдей. По-видимому, рука сама по себе была очень важным предметом поклонения и предметом культуры, религии, мистики, позднее, может быть, искусства. То, что напоминает искусство, самые первые знаки, символы, ну, в период, когда люди жили в пещерах, в пещерную часть каменного века, порядка 25 тысяч лет в Европе и на территории России тоже, вплоть до азиатских районов. В это время среди самых главных символов, которые изображались, были руки. То есть самое простое, что мы знаем из раннего искусства, это огромное количество отпечатков одной определенной руки, пятерни, пяти пальцев ладони, отпечатки на стенах пещер. Ну, например, рука вымазывалась охрой, каким-то материалом, который добывался, ну, из природы, да. И эта рука запечатлевалась на стене пещеры, в которой жили люди. Это, собственно, самые распространенные памятники наиболее ранних культур.
Так что Леви-Брюль, видимо, подошел к какому-то очень важному принципу. Эта идея была подхвачена уже на другом уровне в эпоху развития современных методов структурализма, была подхвачена такими учеными, как Роман и Кобсон, показавшие, что вообще значение части чего-то важно для разных форм символов, знаков, которыми пользуется человек. И Кобсон привлекал это в своих работах по литературе. То есть оказалось очень важным выделение таких видов литературы, которые связаны с показом, главным образом, подробности частей. И даже совсем новые средства, которые используют новую технику в искусстве, как кино. Для кино тоже оказывается, ну как для фотографии, оказывается очень важным выделение части предмета в отличие от целого. Но часть предметов в кино связана с крупным планом. Вы можете какие-то отдельные предметы, важные для сюжета, показывать крупным планом. Скажем, если это детективный фильм, и вас интересует, кто был убийца, кто совершил преступление, то понятно, что какие-то детали вокруг, скажем, пепельница, в которой остаток недокуренной сигареты, сигара, это может быть начало целого полицейского расследования, и тогда в хорошем детективе вам покажут эту пепельницу, вы ее увидите, вы придадите ей большое значение. Не обязательно для этого использовать какие-то религиозные представления, но в современном искусстве. Так или иначе, идея партиципации, она как некоторая возможность описания части знаковых систем человека, не только религиозных, не только мистических, такая возможность остается. Следующий этап в развитии общих представлений о древнем сознании, о древнем человеке, уже человеке разумном, но который от нас сильно отличается. Это этап, который связан главным образом с именами Зигмунда Фрейда, великого австрийского мыслителя, ученого, врача, который создал новый вид науки о человеке, психоанализ, и начинавший в том же духе, но потом от него отошедший, выдающийся исследователь мифологии Юнга, который создал науку аналитическая психология, и который тоже много сделал для изучения древнего периода в развитии разных мифологий. В частности, с Юнгом связана замечательная мысль о том, что среди символов, которыми пользуется человек, есть некоторые архетипы, древние символы, которые повторяются в разных культурах и, может быть, составляют исторически основу, ну, едва ли не всех основных культур человека. Именно эта линия в последние годы утверждается и побеждает. Я об одном важном примере, а именно о мировом дереве, как об архетипе, о представлении о дереве, которое выражает собой всю структуру мира, как будто лежит в основе многих религий, многих важнейших культур. И в этом смысле мой друг и сотоварищ, соавтор по многим работам Владимир Николаевич Топоров, к сожалению, от нас уже довольно давно ушедший, он высказал предположение, что мы все живем
в эпоху мирового дерева, что мы все так или иначе соотнесены с великими религиями, буддизмом, христианством, которые все тоже включают мировое дерево в основную схему изложения представления о мире. И поэтому мы все в какой-то степени соучастники поклонения одним и тем же архетипам. Само понятие оказалось очень важным. Ему можно, возможно, со временем придать более точный смысл, соотнеся с новой наукой генетикой, но это все еще больше в будущем. Но, тем не менее, это вероятный путь развития. Для Фрейда, и для Юнга, и для множества всех их последователей характерно то, что для них в основном большинство изучаемых явлений относилось ими к сфере бессознательного, то есть к сфере того, что мы усваиваем, начиная еще с очень раннего периода, ну, собственно, с того времени, как мы рождаемся, некоторые даже склонны думать, что мы что-то начинаем понимать, постигать, уже когда мы еще не родившийся полностью человек, еще эмбрион, зародыш. Тем не менее, мы уже что-то умеем, что-то понимаем, и среди того, что мы как-то по-своему воспринимаем, есть вот эти древние архетипы. Может быть. Но так или иначе, основное – это то, что не воспринимается сознанием, а опускается в сферу бессознательного, автоматического, поэтому это может служить источником огромного количества нервных травм, неврозов, последствия которых человек расхлебывает всю жизнь. На этом основана огромная, в основном успешная медицинская практика Фрейда. Вместе с тем, с главными его идеями начинают существенно спорить. В какой-то степени мы окажемся с вами вовлеченными в эти споры. Ну, конечно, из самых интересных вопросов, связанных со всем этим, возникает вопрос коллективного бессознательного. То есть в какой степени человек, когда он становится полноправным членом общества, когда он растет уже из ребенка, становится юношей, потом взрослеет окончательно, в какой мере он начинает разделять не только мысли и знания своих родителей, родных, учителей и так дальше, но в какой степени он вообще часть единого целого коллектива, в какой степени существует коллективное бессознательное, то есть бессознательное не как часть тех психических черт, которые у человека не осознаются им самим, которые для самого человека необычны. Но вместе с тем, это те явления, которые оказываются общими для большой группы людей в данное время, в данной стране. Вот с этой точки зрения к человеку стали подходить и несколько позже, по мере того, как развивается сравнительная антропология, сравнение культур, в том числе культуры вот самых ранних веков, о которых иногда мы мало знаем, но мы знаем отдельные племена, которые застряли на каких-то стадиях развития, по-видимому, очень древних. Так мы предполагаем. Поэтому есть много работ, посвященных общим чертам древних культур. Среди этих общих черт Фрейд выделял две особенности, на которых я сейчас очень коротко остановлюсь, потому что если
характеризовать в целом всю культуру именно homo sapiens, sapiens, человека разумного, разумного, и культуру на протяжении последних, скажем, тысячелетий, предшествующих появлению современной, более новой технологии сельского хозяйства, домашнего животных и так далее. Все то, что называется неолитической революцией. Революцией, связанной с тем, что камень еще используется, палеолит, область древних камней, неолит, область новых типов поклонения камням. Неолитическая революция – это революция, которая состоит в вводе новой техники сельского хозяйства, земледелия, домашних животных, диких, которые становятся домашними. Это все происходит примерно 10 тысяч лет назад или немного раньше, немного позже, ну, во всяком случае, в каких-то районах Евразии, где это осуществляется. Так вот, то, что я сейчас рассказываю, это черты времени до неолитической революции и сразу после нее, но еще связанные с наследием еще более глубокой древности. Вот к этому времени относятся, как я уже сказал, по Фрейду, два основных явления. Одно из них – это тотем. Тотем – это поклонение некоторому символу, чаще всего символу живому, то есть живому животному определенного сорта. Скажем, это может быть волк или медведь. Я привожу примеры из жизни некоторых наших предков, которые поклонялись именно волку, медведю или волку. Такие вот есть названия, состоящие из двух слов, слитых друг с другом. Значит, это части широко распространенных культов, которые состоят в поклонении отдельным животным, которые признаются священными. Ну, это особенность человека, что он настолько признает этих животных священными. Это видно по отношению к человеку, к тому, кто воплощает для этого человека некоторую особенность женщины, которая предстает в новом свете для мужчины. И это черта любви в широком смысле во всех новых культурах. Это принадлежит неолитическому времени. А до этого характер отношений между полами был совершенно другой. Это только один из возможных примеров. Но так или иначе, коллективное бессознательное – это вполне реальная вещь. Это то, что проявляется и существует в больших скоплениях людей. И обычно, когда есть такое скопление людей, то оно ведет к сильному изменению психологии и поведения всего лишь одного человека, который попадает в эту общую систему поведения, от которой очень трудно избавиться.
более новый этап в общем подходе к этой проблеме, чем мысль, миропонимание, восприятие мира древним человеком принципиально отличалось от современного или не отличалось. Новый подход связан главным образом с очень интересными работами недавно от нас ушедшего великого ученого Клода Леви-Стросса. Леви-Стросс прожил уже необычайно длинную жизнь, больше 100 лет, умер вскоре после того, как мы все отпраздновали его столетие. Я был рад тому, что он еще успел посмотреть мои какие-то публикации на эту тему. Я с ним находился в интенсивном контакте и переписке, но он оказал на меня, как, собственно, на все мое поколение, очень большое влияние. Он уже был последователь структурализма, важнейшего научного течения, принципах которого в связи с антропологией я еще буду подробнее рассказывать. Но сейчас скажу, что Леви-Стросс эти законы, которые открыты структуралистами, ну, начиная с очень существенной для мировой науки деятельности группы ученых в России, которые начали работу в эту сторону. Потом некоторые из них, как Роман Осич и Кобсон, эмигрировали, продолжали работу в Европе, а потом Гитлер их вынудил уехать в Америку. Это география структурализма. И в частности, отчасти география работы и жизни, биографии самого Леви-Стросса. Так или иначе, Леви-Стросс соединил многие знания традиционной антропологии с попытками по-новому ее понять, учитывая и Фрейда, и все, что было сделано нового в 20 веке. Но при этом он попытался дать систематическое описание, ну, скажем, мифологии всех ему известных многочисленных племен Южной, отчасти Северной Америки. Он начал с того, что получил место профессора в вновь строившемся бразильском городке Сан-Паулу. И там оказалась довольно интересная аудитория, а самое главное, оказались близко, в пределах той же страны, огромной страны Бразилии, оказались племена, жившие в этих очень старых условиях. И он написал очень интересные книги в форме художественных романов. То есть он был крупный писатель, один из лучших в своем поколении. И вот этот замечательный человек, Андре Мальро, очень способствовал популярности Леви-Стросса, популярности многих идей, связанных с новой антропологией. Ну, я бы рекомендовал вам посмотреть его книгу «Леви-Стросс. Мысль дикаря». «Pensée sauvage» по-французски. Может быть, мысль дикого человека, не знаю. Леви-Стросс показывает, что древний человек обладал умом, уже очень похожим на ум современного человека. Мы найдем у него классификации, распределение разных предметов по полочкам, вот такую, как у многих современных нам мыслителей, ученых и так дальше. Оказывается, все поведение древних людей, в том числе жителей более новых государств и жителей новых городов, как Париж, оказывается сопоставимым с тем, что мы знаем об их древнейшей истории. В общем, оказалось, что в этом смысле можно начать действительно серьезно понимать древность, не только как эпоху, когда существовали очень интересные люди от нас, настолько отличные, что нам трудно вообразить, как этот человек один может за жизнь
сделать столько замечательного. И оказывается, что это все возможно. Все это делали какие-то наши более-менее отдаленные предки. И все это составляет часть великой европейской культуры, которую и мы тоже унаследовали. Ну вот об этом мы еще будем разговаривать. А сейчас я хотел бы уже очень коротко перейти к тому, что в конце концов выяснено в основных из этих работ. Для меня таким окончательным итогом и вместе с тем отправной точкой для следующего уже более серьезного исследования явились работы великого русского советского психолога Льва Семеновича Выгодского. Главная его книга «Мышление и речь», напечатанная в первом издании в 1934 году. Он очень недолго жил, умер 37 лет. И этот гениальный человек сумел в основном добиться верных решений. Проблемы очень серьезные, проблемы культуры вот того древнего времени, ее основных отличий от новых культур. Выгодский не только изучал сведения о том, как менялся человек, он изучал вопрос о том, какие мы знаем зародыши будущих мироощущений, мира восприятия, которые менялись, но которые наложили печать на все, что современные любители природы, охотники до зверей, те, кого мы в целом считаем частью этого большого коллектива любителей природы, как все это соотнести с другими видами деятельности этих же и других людей, ну, в частности, с современной технической, научной и другой работой, которая требует все время изобретения нового, а не просто восстановления старого, древних архетипов. Как это все совмещается? Вот попытался в этом разобраться великий психолог Выгодский. Он открыл, что каждый из нас, каждый ребенок в современном европейском государстве проходит несколько основных этапов развития. И на раннем этапе, который в каком-то смысле сопоставим с древним этапом, на раннем этапе возможно использование архетипов, использование старых символов. И это делается в основном для того, чтобы понять, что такое природа, что такое нас окружающее. Это изложено в книге «Мысль дикаря». Левистрос показывает, что у дикаря есть какие-то задатки того, что на другом этапе станет современной наукой. Уже какие-то американские индейцы из племени Дакота делят все живые существа на двуногих и четвероногих. Пример четвероногих – это медведи. Главный предмет их охоты и волнения. А в общем, все-таки принцип логический, и принцип напоминает ту классификацию, из которой позднее возникли замечательные зоологические описания, типа того, что мы связываем с именем Линнея не только в зоологии, но и в науке растений, в ботанике. То есть, иначе говоря, какие-то элементы современной науки выросли из того, что мы видим уже в эпоху
мысли так называемого дикаря. И к этому также восходят те образы, связанные с отдельными частями предметов, которые бы так считал важными Роман и Кобсон. То есть партиципация Леви Брюля, так же как и мысль дикаря по Леви-Строссу, они восходят к очень древним возможностям человека, которые потом были в этих формах реализованы. Современный американский психолог Джеймс написал одну работу, в которой проследил, как меняется отношение к обществу, отношение ко всему в целом коллективу у того, вошедшего в который. Именуется часто область бессознательного или область иррационального. В отличие от иррационального, противопоставленного рациональному, или в иных терминах левополушарное, противопоставленное правополушарному. Дело в том, что для человека очень важна симметрия, симметрическое соотношение левого и правого полушарий мозга. Это более или менее основной принцип деления поведения любого взрослого современного человека. Обычно человек может пользоваться не только логикой, не только логическим пониманием ситуации в целом. Это логическое понимание в пьесе Лермонтова «Детоград» оказывается частью общего понимания, связанного, ну вот, с партиципацией прежде всего. И это все уцелевает уже даже на более поздних этапах эволюции, когда человек уже перестает понимать, почему он начал с такого рода различия. Но эти различия поначалу вполне понятны. Речь идет о том, что только правое полушарие схватывает основную мелодию, основную музыкальную тональность, в которой перед человеком проходят все явления природы. Значит, одна часть человеческой деятельности – логическая и рациональная. Это та часть, которая может быть опущена. Не справляемся мы с вами с полагающимися школьными периодами. Нам нужно много времени, чтобы понять все то, о чем я говорю. Но зато эти знания очень помогают в дальнейшем, в будущем. Я знаю многие семьи, где кто-то из членов семьи знает, что существуют некоторые такие вечные законы, которым мы все подчинены, и которые осуществляют вовремя отбор, набор тех, кто приезжает посмотреть. Это приезжают дети и дети детей эмигранта Эткинда, который уехал из России, разочаровавшись в возможностях развития в России некоторых идей, которые он ценил и которые помогал изложить популярной, доступной людям формы. Ну вот это то, что можно сказать относительно предыстории того, что мы сейчас узнаем о древнем человеке и о том, что он полагал.
Джеймс в своей книге предложил схему двупалатного мозга, а именно мозга, который позволял описывать будущее, ну, скажем, Палестины, в новых терминах, отличных от тех терминов, которыми еще пользовались философы, географы, историки в нашей судьбе, в наших издательствах, типа издательства Вагриус, ну и в ряде других издательств. Были сосредоточены работы по биографиям отдельных людей, но с точки зрения нейропсихологии эти отдельные судьбы только часть более общей судьбы, которая объединяет практически всех живших в одно время в 20-21 веке. Значит, среди них выделяются группы людей, типично правополушарных, с преобладанием музыки, песен, танцев разного рода. Таких людей была примерно треть. Значит, на 100 человек немножко больше 33 человек. Ну вот это те силы, с которыми современная наука выступает, чтобы не противоречить общим закономерностям. Я буду сейчас очень коротко характеризовать основные выводы, которые предлагает Джеймс, по той причине, что все-таки исторически не вполне доказано, каковы исторические фоны, исторические следствия развития того, что Джеймс назвал распадом или крушением двупалатного мозга, основанного на соединении правополушарных, иррациональных, в других терминах, бессознательных восприятий и левополушарного логического осмысления, которое остается у современного человека вплоть до современных выдающихся ученых, которые создают новую картину мира. Джеймс полагает, что в эпоху, описанную в Библии, то есть в древних государствах Ближнего Востока, в основном господствует убеждение, что человек должен жить, понимая некоторые непосредственные указания божества, высшей силы. Он может их понять, потому что они как бы транслируются на землю с неба. И это осуществляет особая группа жрецов, которые для этого выделены. Ну, это схема. Но внутри этой схемы есть очень важное представление о том, что существуют люди, которые заняты ловлей указаний свыше, указаний с неба. По-видимому, это так, во всяком случае, для раннего древнего Китая, возможно, и для смежных территорий. На этих пространствах пока что деятельность демагогов типа руководителей общесирийской армии невозможно. Нельзя убедить живого, образованного человека в том, что он служит вот уже сколько часов интересам в сущности уже ушедшего класса таких традиционно левых, традиционно консервативных лицов. Но это так, тем не менее так, значит, на Ближнем Востоке
А мы к этому еще перейдем специально. На Ближнем Востоке существовал период, когда было необходимо для каждого установить некоторый контакт со жрецами, ну, определенного типа. Назовем это типом X. Вот если этот представитель типа X из специальной здания для изучения предков человека, этот человек, о котором я говорю, смог и нас убедить в том, что как вы не хотите нас по-настоящему воспринять, а на самом деле мы сосредоточены на том, чтобы заниматься природой, тем, что в природе не поддается никаким нашим ухищрениям и так далее. Когда ты проходишь через этот период, когда оказывается, что тебя никакой столбняк не задел, что нет общей ненависти к тем, кто пытался построить этот отдельный опыт коммунизма, который оказывается в таком виде несовершенным и принципиально несовершенным. Вот все это становится ясно в период, когда кончается Советский Союз, вступают в силу многообразные факторы, которые мешали советскому устремлению к мировому господству, которое объединяет, конечно, режимы типа сталинского и режимы типа гитлеровского. Ну вот не получилось ни в том, ни в другом случае. Это не соответствует мировым стандартным закономерностям развития познания природы. Познание природы происходит таким образом, что оно не идет в ущерб человеку. Мы об этом еще тоже с вами поговорим. Таким образом, двупалатный мозг, мозг по Джейнсу, построенный на комбинации иррационализма правого полушария, иррациональной, трезвой, логической, грамматической и так далее подготовки в левом полушарии, такого рода соотношение требует того, что наш великий физик Андрей Дмитриевич Сахаров назвал гармония левого и правого. Я сам получил от него эту формулировку. Добивайтесь гармонии левого и правого. В разных смыслах. В частности, это означает гармония бессознательного восприятия, наличие символов бессознательного, типа тех архетипов, которые предположил еще Юнг. Гармония вот этих элементов с совершенно обязательным, закономерным использованием логических соотношений и связей между элементами логического рассуждения в трудах огромного количества логиков, начиная с античных, греческих, начиная с Аристотеля, который был домашним учителем по отношению к Александру Первому. Таким образом, мы приходим почти к тем же именам, но приходим с пониманием того, что речь идет о особого рода явлениях человеческой психики, которые можно понять с помощью допущения каких-то связей с другими мирами или другим миром. И оказывается тогда, что история, вообще говоря, гораздо интереснее, чем мы думали, потому что эта история, это вот поле, сцена, на которой происходит борьба этих мировых сил, силы сознания, разума и иррациональные, но огромные силы дочеловеческого в человеке. Вот это происходит каждый день, каждый час на наших глазах. От этого погибают люди, но и от этого и
продлеваются жизни тех, кто в будущем получит продолжение этой эстафеты как главную задачу жизни. И мы в этом смысле не отличаемся ни от кого, ни раньше, ни позже. Мы должны сделать то же самое, что делают все, то есть передать эстафету жизни дальше. Для этого понять, что такое человеческая культура, из каких основных частей она состоит. Все, о чем я рассказывал во всех предыдущих частях лекции и сегодня, разворачивалось во времени. Мы изучали с вами некоторые процессы, происходившие во времени в истории. И поэтому нужно перейти к основной теме. А что такое само время, само по себе? Этому будет посвящена следующая лекция. То есть сегодня мы закончили третью лекцию в нашей серии «Семиотическая антропология». Спасибо вам за внимание.